Я недавно была в картинной галерее, и ко мне в голову пришла одна мысль. Какая? Там на картинах толстые женщины. И тогда были другие идеалы красоты, и полные женщины считались красивыми. Это же всего-навсего осталось изобрести машину времени, отправить меня туда, и там я буду королевой красоты. Нет, просто можно провести свадьбу в стиле эпохи Возрождения. Точно. И тогда Борюсик подумает, что я не растолстела, а просто подготовилась к свадьбе в стиле эпохи Возрождения. Да. Нужно ему написать, чтобы он заценил нашу идею. Он согласился! Анита, ты гений! Он пишет, что тогда он будет как король Генри VIII. Что это значит? Кто это такой? Не значит, поищем. Так, Генри VIII, у него было 6 жен, и 2 из них он казнил. Чёртово возрождение! Слюки!